Всем привет, это Виталий, компания Boston Technic. И сегодня вашему вниманию я хочу предоставить вот такую вот селку SPC-8. Абсолютно рабочая, пользовались вплоть по данную весну. Есть переделки, которые сделали уже самостоятельно. Установили, соответственно, трубу на 150. Дует отлично, все подшипники в отличном состоянии. Колеса новье. Бачки менялись, ставились новые в свое время. Бачки, прежде всего, под удобрение. Вообще с ними ничего не тронутые. Данные бачки он в изумительном. Катки прикатывающие, да? Селка пропашная. Вот. Поэтому, кому необходимо, обращаемся по вкусной цене. Работает верой и правдой. Хоть и старенькая, но до сих пор служит в отличнейшем, я говорю, состоянии. Вентилятор, кстати говоря, заменили. Ну вот, поставили новый, перебрали, сделали, вернее, сами новый. Вот теперь он, говорит, дует вообще очень, очень хорошо. Что-то обращаю внимание, вот такая селка. Маркера на месте. Полнокомплектная. У нас уже в продаже. По вкусной цене, кому необходимо, звоните, обращайтесь.